Итак, в продолжении удобства, да, перемещения на дороге, да, в городском режиме, рюкзак, ну, как бы в моей повседневной жизни, как бы в принципе, хоть с мотоциклом, хоть нет, хоть с машиной, хоть пешком, рюкзак для меня неотъемлемая часть. Но у меня все рюкзаки такого типа отжива, да, то есть они либо совсем под документы, либо такие полуспортивные, куда я могу положить там экипировку, либо еще что-то, либо какой-то, наоборот, там кожаный стиль. Ни одно, ни другое, ни третье под дорогу реально не подходит, потому что одеваешь вот эти вот полупарашютные рюкзаки, у которых неправильная аэродинамика, да, то есть они неправильно ложатся на куртку, например, там, да, на специальную. Вот, все начинает мешаться, ну и честно, как бы, да, и по стилю, соответственно, здесь просто стиль тогда просто напрочь отсутствует. Вот, поэтому у Alpinist Stars есть вот такие вот качественные модели, которые фиксируются на двух лямках сверху. Есть подстежка поясная. Сейчас покажу. Одна. Вторая. Например, да? Одна, вторая. Плюс ко всему есть подстежка вот здесь. И, соответственно, здесь есть карман. Здесь есть емкость. Чем прикольно, да, можно посмотреть, зайти сзади и посмотреть то, что рюкзак плоский, то есть теперь готов, он абсолютно не мешает, он относительно небольшой, но тем не менее, как бы, я не знаю, сколько он там по литражу, но как бы он достаточно вместимый. В моей ситуации, как бы, идеальный вариант, кстати, наушники тоже имеются, маленький кармашек, там под телефон, под плеер, пошло-поехало, да, ключи, сотовый телефон, можно убрать. Здесь у нас имеется перчатки запасные лежат. Здесь у нас имеется под ноутбук, да, отверстие под планшет, под все что угодно. Дальше ручки, паспорта, несколько маленьких отсеков на липучках, там под флешки, не флешки, документики, какие-нибудь ксивы, если кому-то, да, если у кого-то они есть. Вот, как бы, ну и общий, как бы. И общий отсек под все что угодно. Сюда можно положить там кепку, солнечные очки, там, да, покидать какие-то документы, блокноты. Там все, что у меня обычно, это ежедневник, компьютер, там отдельный блокнот, в котором зафиксированы какие-то там дела. Вот, у меня это всегда с собой, потому что мне это может понадобиться в любой момент. Я могу где угодно носить, остановиться, сесть в любой кафешке, с рюкзаком, с этим достать, поработать, сесть, чик, раз, бам, поехал дальше. Вот, вентиляционные такие вот вставочки очень удобные, чтобы не натирать. То есть, во-первых, типа элемент защиты, мякишем. И все достаточно вентилируемо. Лямки очень грамотно сделаны тоже с вентиляцией. Вот, рюкзак, в принципе, ну, правильный. Просто, конечно, нет никаких, рюкзак правильный. Вот, но мне очень нравится то, что он сливается с курткой, сливается с толстовкой. Он не выглядит по-идиотски, как парашют сзади. То есть для меня все-таки вот этот внешний вид очень, ну, как бы важен. Да, я поэтому еще не дошел, не дорос, наверное, да, без обид, без всего. Я не понимаю вот этой езды с кофрами, да, я понимаю, что там люди отдельно увлечены своими путешествиями и прочими, но по мне повседневно это просто антистиль ездить с этими багажниками, что-то складывать, какие-то там эти чемоданы. Вот, как бы нет. По мне, вот такая вот история, она намного правильнее в нашем случае. Вот, так что очень удобная вещь.